Программа «Бакыты отбасы» активно проводится по всему Казахстану. Стартовала она еще в феврале в южной столице. А с 22 по 26 июля свои заявления могут подавать жители Караганды. Прием документов будет осуществляться во Дворце культуры Майкудука. Заявление будет приниматься с 9 утра до 18:00 в течение 5 дней. Граждане, кто желает участвовать в данной программе, они с сегодняшнего дня имеют право уже собирать документы на участие в программе. Пакет документов очень мизерный. Это удостоверение личности, расторжение брака, потом свидетельство о заключении брака, если есть муж, свидетельство о рождении детей, справка об отсутствии недвижимого имущества и справка о доходах. Вот эти все документы. Потом нотариальное заявление о том, что в браке данный гражданин или гражданка не состоит. Либо 3 года, либо уже с момента расторжения. Получить займ могут многодетные неполные семьи или родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями. Обязательным условием является отсутствие у нуждающихся какой-либо недвижимости. Направление в банк выдается в течение 15 дней и согласно очереди на получение жилья в акимате. Во-первых, займ до 10 миллионов тенге. Под 2% годовых. До 20 лет. До 19 лет. Потому что доходность у людей данной категории достаточно небольшая. Это как раз программа рассчитана на людей с ограниченными доходами, с низкими доходами. Поэтому с их доходов можно платить по кредиту как можно дольше, до 20 лет. Важный фактор – наличие начального капитала в размере 10% от суммы займа. При отсутствии необходимых средств семья может претендовать на первичное жилье и специальный сертификат от имени государства. Такую особенную возможность получат 500 семей региона. В рамках рассмотрения этих документов будет пометка, что это претендент на жилищный сертификат. Какие это критерии? Уже акимат рассматривает. Критерии чтобы есть, вот этот миллион. Есть критерии, потому что... доходность на одного члена семьи не должна превышать 42 500 тенге. Это вот та категория людей, доходность. Должна быть меньше. Да. Он должен стоять в очередь. Они должны соответствовать критериям многодетной семьи с 4 детьми, неполной семьи, если с момента развода прошло больше 3 лет. На сегодняшний день более 10 тысяч семей занимаются сбором документов для участия в программе «Бакыты отбасы». Больше всего шансов у карагандинцев, своевременно вставших на учет в акимате. Программа рассчитана на 3 года. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский.